Спасибо. Вам привет называется. Что ты пристал? Какой мне привет? Откуда? Ну откуда? Пристал как банный лист. Вам привет, ну откуда? От кого нам привет? Ну еще чуть-чуть, ну поднажмись. Не помнишь? Ну вспомнишь, передашь. А как моя фамилия? А как зовут? И от кого привет? Ну и кому ты нужен со своим приветом, если ты ничего не можешь вспомнить? Почему подождите? Мы уже час с тобой возимся, у каждого забора по полчаса стоим. Не можешь, не мучайся. Так я тебе и дал свой адрес, чтоб ты ко мне домой приперся. Плевал я на твой привет. Передай ей. Ах, это он передавал? Ну кто? Ну жмись. Ну все, все, отстань, уйди. Вот иди вон туда, встань и вспоминай. Там ты никому не будешь мешать. Я вернусь через час. Отпусти рукав. Люди собираются. Ты же меня знаешь. Уйду без пальто. Не смотри на меня. Не поможет. У тебя изнутри не поднимается. Беги. Все. У меня нет времени. Не держи меня за руку. Не потей. Мы уже 3 часа ходим, взявшись за руки. Смотри. Вон рыбу дают и никого. Беги. Для всех займи. Ну. Вот тебе и взрослый мужчина. Платок есть? Ну все. Хватит. Ну давай еще раз. Для твоего выздоровления, чтоб тебе роды облегчить. Откуда мне привет? Это Гриша из Севастополя, где ты был проездом? Не помнишь? Откуда ты ехал? Из Павлодара? Куда? В Екатеринслав? Не помнишь? Это Елизавета Ивановна из Кустаная. Борисов Герман Павлович из Ленинграда, полковник. Такой ракетчик, здоровый такой, красный. Официант Жорик из Риги, худой, заикается. А где ты был? Кого ты встретил? Ты рядом сидел? Не помнишь? Рядом лежал. Ты что рядом делал? Где привет передавали? Обстановку вспомни. Музыка играла, официанты там, зелень за окном, каскад в Сочи. Музыка играла, просто не белые, больница в Нарьян-Маре. Солнце днем и ночью, рыба, свадьбы, Мурманск. Нет? Крики, жара, воровство, базар в Ташкенте. Ну, холод, лес, снег, ты бежишь из ссылки. Колючая проволока тебя не пускает, женская тюрьма под Одессой. Откуда еще мне привет? Ну, как читав, травматология. Ночная профилактика, Казань. Перегон фастов ясиноватая. Комната матери ребенка, Клава. Мальчик Петя в семье у врачей Элиста. Уфа, аккумуляторный завод, вахтер на протезе, толстый такой. Мясокомбинат в Алма-Ате, проходная, хромой там тип такой. Завод резинотехнических изделий. Лагерь строгого режима, лесоповал, Архангельск. Все, моя жизнь кончилась. Больше я тебе ничего не скажу. Иди, передай ему. Тишина. Передай ему спасибо за весточку, скажи. У него тоже все хорошо. Только он внезапно умер на нервной почве. Иди, я не буду стрелять. Иди.